«Мама» – самое главное слово в жизни каждого человека. Она дарит любовь, добро, нежность и ласку. В это воскресенье, 24 ноября, вся Россия отмечает особый праздник – День матери. Популярные подарки в этот день – открытки и цветы. А как ярославские ребята поздравляют своих мам? В России День матери празднуется с 1998 года, последнее воскресенье ноября. А символ этого праздника в нашей стране – незабудка. Я желаю своей маме крепкого здоровья, счастья. И, ну, мы не всегда ведем себя правильно, но будем исправляться, будем слушаться, будем постоянно радовать тебя. Сказать нечего, все было уже перечислено, но чтобы я, Кирилл, наша младшая сестра тебя не подводила больше никогда. Если тоже хотите поздравить маму с праздником, присылайте свои видео на электронную почту или в социальные сети телеканала. Лучшие поздравления смотрите всю неделю сразу после программы «День в событиях».